Вас, уважаемые зрители, я приветствую на своем канале. Если кто помнит, я вырабатывал золото из 30 компьютеров. Тогда мне сплавить осадок не удалось из-за большого количества грязи. Я потом все растворил. Вот он, этот раствор, кстати, хранится у меня до сих пор. Зеленый такой. Ну, в нем концентрация такая нормальная. Здесь примерно может быть 3 грамма золота. И я подозреваю, в этом видео я буду перерабатывать осадок, через который фильтровал, и где у меня задержалась эта муть вся белая. Так вот, я подозреваю, что в этой мути большая часть золота по-прежнему находится. В этом видео я его обожгу. Обжигать буду вот в этом кувшине, ковшике, то есть. Обожгу. Кувшин, ковшик, неважно. Потом все растворю в царской водке. Разумеется, это муть. Это в основном от микросхем клей. Там что растворялось, эти платы. Вот это в основном муть и выделилось. Это все сгорит. И место будет потом занимать меньше. Потом это все растворю в царской водке. Отфильтрую. И вместе с тем раствором проверю быстренько, что там золото есть. Если там будет показывать хлорное олово золото, наличие золота, окраска будет проявляться, то тогда я смешаю или выделю сперва из того раствора полученного золота, потом его снова растворю и уже вот с этим растворю вместе, отфильтрую и буду выделять уже общее количество золота. Посмотрим, сколько получится. Если получится неплохо, то даже и сплавлю. И покажу, наконец, сколько золота получилось из этих 30 компьютеров. Так, берем ведерко. Тут немного раствор, еще есть воду. Сюда сливаю большую часть воды. Я раствор вылил. Так, аккуратненько. Еще чуть-чуть замерзло. Сейчас зима. Так, ну вот тут тоже раствор вот есть. Кстати, он коричневый осадок, я вижу. Это может быть и золото. Вот такие вот дела, ребятки. На примере моих часиков может выйти так, что большая часть золота находится в осадке. Это все надо обжечь и выяснить. Все сгорит. Я сейчас буду топить баньку и заодно все это. Так, чуть-чуть можно сбрызнуть, конечно, чтобы сильно много воды сюда не добавилось. Промыл ведерко. Потом обожженный осадок сюда пересыплю. Воды добавлять не надо будет. И все. Так, ну вот и все. Пересыпал. Так, уберу пока в сторону. И сейчас я буду обжигать этот вот осадок. Вот этот вот. Ну, вода, вся вода испарится. Все сгорит. В принципе, быстро все сгорит. После обжига осадка будет раза в 4, а то и в 5 меньше, а может и больше. И все. Останется все растворить в царской водке. И уже там отфильтровать и посмотреть, что из этого получилось. Я почему-то очень сильно верю, что золото здесь находится и очень много. Вот и выясним это. Так, ну все. Сейчас
разжигаю печку, баню начинаю топить и начинаю обжигать этот осадок. Дело пошло, ковшик закинул в печь. Очень много воды, надо, чтобы все испарилось, сгорело. Поэтому это займет тоже некоторое время, разумеется. Так, ну загляну где-то еще минут через 30, как минимум. Осадок почти весь прогорел. Так. Одной рукой неудобно это все делать. Тоже пепел. Пепел уже. Он должен накалиться весь до красна где-то, и можно вытаскивать смело. Еще минут 5-10 хватит. Вот зараза, как жгет, а? Все достал. Все сгорело. До красна все раскалилось. Пусть остывает. Видите, как стало мало осадка. Осадок остыл, и можно его пересыпать аккуратно сюда. Так, некоторая часть прилипла, надо его сейчас будет это отодрать, его отшкребу. Так, все ободрал, содрал, что налипло, как можно сильнее. Очень сильно налипло что-то в одной стороне, может песок там был, поэтому чуть-чуть подплавился, не исключено. И сейчас буду растворять это все. Тут должно быть золото. А может и не будет. Так, все. Все сгорело, и пришло время это все растворить в царской водке. Ставлю на плитку. Азотная кислота. Наливаем азотную кислоту сюда. Вот так вот все. Азотку добавил. Накрываю крышечку. И сейчас добавлю соляную кислоту. Соляная кислота добавляю. Ну вот и все, дело пошло. Шипит, вон булькает все. Как все растворится, будем это все фильтровать через бумагу. Так, все. Уже начинает кипеть почти что. Материал растворяется, раствор получается больше желто-зеленый такой. Это уже хороший признак. Возможно, в растворе есть золото наше. Видите, желтый такой больше. Возможно, большая часть золота находится в растворе даже. Итак, я свой раствор прокипятил в течение часа. Все, я думаю, растворилось. Раствор такой зеленоватый. Имеет зеленоватый цвет. Желто-зеленоватый. Вот он. Не знаю, видно, не видно. Вот. Раствор уже остыл. Прошел еще один час где-то. И его можно начинать фильтровать. Так. Как всегда, бумага обычная, сетка. Сейчас отфильтрую его. Так.
наливаю первую партию. И посмотрим, что из этого получится у нас. Налил. Раствор. Еще добавил чуть-чуть. Так, ну, дело пошло, вроде капает. Чистый прозрачный раствор. Сейчас чуть-чуть постоит, еще добавлю. Первые капельки пошли. Я сильно его не буду так уж прям фильтровать, прям совсем, а чтоб прозрачный был. Я его все равно восстановлю, этот осадок, если тут есть золото. Потом большую часть раствора солью и вместе вот с этим раствором, в котором точно золото есть, я все опять растворю. Мой раствор полностью отфильтровался. Осадок я хорошо промыл водой на несколько раз. И сейчас я попытаюсь выделить золото из этого раствора, в котором я уверен, что золото есть на 100% почему-то. Так, у меня остались остатки железного купоруса. Все сюда переливаю. Чтобы соль растворилась, поставлю на плитку. Весь купорос, остатки. Чтобы соль растворилась, ставлю на плитку, пусть он чуть-чуть подогреется. Ну все, нормально, как раз. Вода нужна для того, чтобы он нормально молотился. Так, сейчас я это все в миксере сделаю такой коктейль, который снова протравлю в царской водке. Ну там золото уже, остатки. Но все равно, может быть. Надо было сразу так сделать. Ну ладно. Ну вот, 5 минут прошли. Коктейль сделал. В этом осадке еще может быть золото, поэтому буду растворять его в царской водке. А пока выделю золото из этого раствора, который вчера растворял. Так, все мои кристаллы растворились полностью. Так, сейчас я помешаю его. Ну, в принципе, все растворилось. Я думаю, этого железа хватит, чтобы выделить золото из этого раствора. Так. Батарея садится. Берем наш раствор, железный купорос. И сейчас посмотрим, осталось золото на том фильтре или нет. Наливаю. Вот вам и пример. Вот вам и пример. Видали, да? Я о чем вам говорил? Да здесь золото больше, чем в этом растворе, который я там из той канистры тогда получил. Основное золото здесь находилось, как я и сказал. Дабы, имея свой опыт большой, я ничего никогда не выливаю. Отлично. Вот это да. Замечательно. Все почернело аж. Так, я, наверное, не буду ждать, пока там осадок выпадет на дно. Просто буду фильтровать, осадок задержится на фильтре. Потом все равно все растворю снова. И уже потом буду выделять чистовой раствор. Раствор, кстати, потемнел. Золота, в принципе, не так и много. Это железо прореагировало, наверное, с азотной кислотой. Поэтому
Возможно, я преждевременно порадовался. Может, золота тут не так и много. Раствор начал фильтроваться. Да, он потемнел. Я что-то обрадовался преждевременно. Золота на самом деле почти нет. Значит, все-таки все золото я выделил оттуда. Значит, в осадке золота не было почти. Что-то есть все равно. Вижу немного, но очень мало. Первый раствор прошел. Немного золота задержалось на фильтре. Ну, значит, золота в растворе очень мало. Тогда можно вот этот вот коктейль и не кипятить больше в царской водке. В нем, наверное, ничего нет. Только зря буду тратить кислоту. Так, сейчас. Чуть-чуть золота только. Зря я радовался. Ну, что есть, то и есть. Ладно. Зато убедились, что золота почти не осталось. Прошли где-то сутки. За это время я отфильтровал основной раствор, из которого выделял золото. И, честно вам признаюсь, осадка получилась очень мало. Вот сколько. Совсем чуть-чуть. Но, тем не менее, немного золота было все-таки в осадке. Вот это весь осадок. Больше нету. Я его даже не буду, наверное, растворять. Так и оставлю. Это не нужен раствор зеленый, это не золото. Тоже я отфильтровал то, что прошло. Ну и вот он, этот раствор тоже основной, который я отфильтровал. Зеленый. Это в основном железо и медь. Можно вылить. Там золота нету. В общем, я не буду растворять эти микрограммы. На этом фильтре буду ловить вот такие всякие остатки, а потом в будущем растворю этот осадок и уберу, к примеру, на хранение. Тогда давайте возьмем вот этот раствор, в котором находится основная часть золота, который я еще тогда выделял, а потом снова растворял. Переливаем в этот стаканчик и будем упаривать раствор. Прокипятим, отфильтруем и снова выделим. Здесь золото, разумеется, есть. Чуть-чуть раствор упарю, чтобы понизить царскую водку внутри. Все вот так вот. И потом я его отфильтрую. Как выпарю. Так. Ничего не пролил. Это ерунда какая-то. Нет, ничего не пролил. Так. Ставим его на плитку, этот раствор. Пусть он упаривается. Так, я вчера выпарил свой раствор, вот до какой отметки. Он у меня еще ночь постоял, я его специально подержал. Выпали эти вот иголочки белые, поэтому специально и подержал. И пришло время его фильтровать. Так, ну фильтровать буду, как всегда, через бумагу и такая пластиковая бутылка, горлышко, за место воронки. Начинаем фильтровать. Отфильтруем и потом будем выделять золото железным купоросом. Наливаем. Я вчера начал фильтровать свой раствор. Все отфильтровал за эти сутки. Вот сколько получилось раствора
Здесь находится золото с тех 30 компьютеров. Абсолютно все. Ну, за исключением, что после обжига я еще немного получил вот такой вот мутный осадок золотом. Немного. Ну, здесь очень мало. Это я уже где-нибудь потом буду что-нибудь делать и растворю этот осадок вместе с тем материалом. Все хорошо отфильтровал, промыл водой разов, наверное, на 8. Все эти кристаллики задержались на фильтре, иголочки какие-то белые. Ну, это, скорее всего, хлорид свинца, я так думаю. Сделал сейчас свеженький железный купорос, он еще даже не остыл. Вот, тепленький. Сейчас мы будем выделять золото. Если получится очень мало, я плавить осадок не буду. Так, берем бутылку, шприц и немного наливаем. Так, я набрал 7 шприцов, я думаю, хватит столько железного купороса. Столько набрал, он еще тепленький, но это хорошо. Я уже говорил, не обязательно применять прямо эти кристаллы, можно сам вот этот вот раствор лить и не ждать, пока он там остынет. Железный купорос чистенький, свеженький, похожий на медь, раствор меди. Так, ну давайте остановим, посмотрим. Это все золото с тех 30 компьютеров. Так, наливаю и смотрим. Вот, налил. Все, вот, все выделилось золото. Ну, вот, все. Все золото выделилось коричневое, видите? Замечательно. Пусть постоит немного. И посмотрим, сколько осадка получится. Мешаем. Ну все. Пусть постоит пару часов, а то и часик. И все. Золото выпадет на дно. И посмотрим, сколько осадка. Вот наш раствор, золото выделилось. Это второе восстановление. Прошли минут 30, уже осадок начал собираться на дне. Не знаю, сколько получится золота, но думаю, что не сильно много. Прошли сутки, за это время золотой осадок выпал на дно стаканчика. И пришло время при помощи шприца слить ненужный раствор. Также за эти сутки выпали кристаллы железного купороса, такие красивые, как грибы. Очень красивый цвет. Вчера за 2 часа сделал этот купорос, как видите, быстро, эффективно и дешево. Так что имейте в виду, зачем покупать всякие сульфиты, там какие-то гидрозины мне предлагали использовать, гидрозины, нужен мне этот гидрозин. По его цене, учитывая, сколько он стоит. Работает он там, не работает, мне все равно. Вот. Копейки. И тут хватит еще на 3 раза восстановить золото. То и на 4. Так как я с запасом лью всегда, у меня уходит просто его больше. Так, сливаем этот раствор вверх. Посмотрим, сколько золота будет. Скорее всего, придется все растворить. Просто осадка мало. Прошел где-то час времени. Я остатки раствора вылил. Вот сколько золота. Очень мало. Видите, коричневый осадок. Ну, сколько здесь? Мне кажется, даже 2 грамма нету. Это вообще просто смешно. Вот сколько золота с 30 компьютеров. Это вообще просто... смешно, да и все. Что тут говорить? Можно сказать, его тут и нету. Я с камней то больше получил. С 15 килограмм. Раза в 2-3. Вот что вы получите с 30 современных компьютеров. Так,
это раствор с золотом. Тут немного было больше, я тогда показывал. Я брал для анализов кое-каких золота. Я его сейчас отфильтрую, через фильтр пропущу сюда. Так как в нем уже есть царская водка в этом растворе, просто на дне муть белая выпала. Осадок растворится. Не надо добавлять кислоту, а заодно я этот раствор упарю. Так. Вот так вот и налил все. Начнет фильтроваться. Отфильтрую весь этот раствор, это золото, 95%. Все отфильтрую, начну греть. Осадок растворится, вон тот, с 30 компьютеров, я его плавить не буду. И потом упарю раствор по максимуму, чтобы перелить сюда на хранение. Это золото с тех камушков, которые я показывал. Так, ладно. Пусть раствор фильтруется, налил. Осадок растворится. Сколько примерно получилось, если 2 грамма будет хорошо с 30 компьютеров? И поверьте мне, больше там нету. Что касается первых компьютеров, такие как ИВМ, помните, были? Или вторые Pentium I2. Еще в них более-менее идет. Вот в них. Но я использовал, тогда переработал Celeron'ы, Пентиумы четвертые, там вообще ничего нету. Так что можете даже их и даром не брать, поверьте мне. Только зря потратите время, а самое главное — средства. Так что пусть это будет таким ярким примером. Я тоже до конца надеялся, думал, может, я что-то не то сделал, может быть, там, я не знаю, азотки было много, ничего не было много. Просто там золота нету и все. Много, мало. Вот еще осадок грязный, но это муть. Большая часть мути. Чуть-чуть тут-то. Что-нибудь буду перерабатывать и там растворю потом. Не думайте, что здесь много золота. Здесь его вообще почти нету. Просто фильтр помазал. И какая-то муть выделилась. Все отфильтровал, хорошо промыл фильтр водой разов на 4, и пришло время упарить раствор. Ставим отфильтрованный раствор на плитку, и осадок, который немного не растворился, он уже наполовину растворился, растворится при упаривании. Упаривать буду где-то до отметки 100, вот так вот, до отметки 100, а потом его перелью аккуратно сюда, просто на хранение. С этим раствором золота. И все. Раствор начал греться, и осадок начинает растворяться. Какой-то гриб получился. Почти весь осадок растворился, осталось немного, раствор уже немного выпарился, осадок продолжает растворяться. Мой раствор остыл, как раз как мне надо. Так, песочек. И пришло время его перелить. Так, он холодный стал. Открываем крышечку, это раствор золотом, чистейший концентрат. Концентрация, разумеется, здесь просто огромная, ну, нормальная. Вот в этом растворе будет такие 2 капельки золота, как минимум. Видите, он такой аж желтый, оранжевый немного. А этот желтый. Специально я его упарил, чтобы он меньше места занимал. Так, переливаем его на хранение, я не буду его восстанавливать и плавить. Я уже это показывал много раз. Это не проблема. Пусть пока хранится. Не исключено, что
Этот раствор золота я буду использовать для гальваники, озолочения. Это еще надо потренироваться. Тоже у меня опыта большого нету. Так, секундочку. Чуть-чуть как будто не то, что прошло, а вот. Вот так вот. Чуть-чуть сбрызнутая капелька на край попала. Так, ну вот и все. Все золото перелил. Чистейший концентрат. Так. С горлышка сбрызнуть. Ну все, вот так пойдет. Наше золото из тех камней, из этих 30 компьютеров. И плюс у меня там бусинка была. Все это здесь теперь. Честно, даже раствор имеет достаточный вес такой. Хороший вес. Наше золото с вами. Здесь золота достаточно много. Сейчас перемешаю его. Еще сюда буду подливать концентраты. Ну, к примеру, накоплю немного золота. Вот этот фильтр, где я не стал его растворять. Грязный осадок. Что-нибудь буду там делать. Ну, к примеру, Сергею выделять. Где-то чуть-чуть останется. Здесь поймаю остатки. Потом все это растворю и сюда уберу. Также. Таким образом, вы можете даже за несколько месяцев накопить вот столько золотого раствора. Вот столько. А вот здесь вот примерно 8-10 грамм золота. В этом растворе. А на этом конец. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. На этом конец.